Алкогольный рекорд. Сразу 6 протоколов об административных нарушениях выписали патрульные сыну чиновника фискальной службы во Львовской области. Что именно нарушил 23-летний мажор и как он пытался уйти от ответственности, расскажет Галина Якушко. Владимир, сын Игоря Фастика, замначальника управления отделения по противодействию незаконному обороту товаров, выехал на полосу встречного движения на улице Стрийской. На требования патрульных остановиться не реагировал. Задержать нарушителя удалось только через несколько кварталов. Парень был откровенно пьян. Управлял машиной, которая, согласно декларации его отца, находится в собственности главы семьи. Знаки алкогольного сп'яніння. Докази алкогольного сп'яніння. Пройти экспертизу Владимир Фастяк отказался. Вместо этого вызвал еще один наряд патрульных. И вот что произошло дальше. Водій викликав снова 102, інший экипаж патрульных, и сказал, что у него конфликт с полицией. Когда полицейские приехали, начали с ним спілкуватися, водій висловив свою всю позицию. Когда полицейские спробували відъехать с места инциденту, он начал заважать патрульному автомобилю ехать, кидался под колеса. За вождение в нетрезвом виде, неповиновение сотрудникам полиции и другие нарушения Владимиру Фастику грозит штраф около 11 тысяч гривен и лишение водительского удостоверения на один год. Как сообщил пресс-секретарь Государственной фискальной службы Львовской области, семья Фастяк общаться с журналистами отказывается. Чиновник якобы находится в отпуске, а вот в самой патрульной полиции сегодня произошли ротации. Новым начальником назначили Романа Пилипенко. Во Львов его перевели из Запорожья. Официально это плановые кадровые перестановки. Галина Якушко, Юрій Голубінко. Подробності телеканал Інтер. Львов.